Умение помогать, быть чутким, дарить добро, наполняет жизнь истинным, человеческим смыслом. Где бы мы ни находились, Женя, just за семейным столом, Женя, в веселой компании, на праздничных улицах, нас объединяет приподнятое новогоднее настроение. А современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров. И, как всегда, мои особые поздравления всем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда. Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе из наших общих повседневных. It's like 5 seconds left. Дружба. Бабушка. Искренняя любовь к России умножает любовь к России. Достойных поступков. Love to Russia. It's a yes, an alcohol. It's an alcohol. Yes, it is. It is alcohol. Yeah. It's white wine. I meant to drink it. Yeah. Wait. Not now. Make a wish. I'm an idiot. На наступление 2018 года остались буквально секунды. Second. Пришло время сказать друг другу самые заветные слова. Простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботы и внимание. Hug me. Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему. Чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас. Искренне желаю всем вам успехов и благополучия, мира и процветания нашей великой России, нашей любимой и единственной. Будьте счастливы! С праздником вас! С новым 2018 годом! Ура! Ничего. Go choke grandma. You have to choke grandma. You have to go. Go, go. Did you say choke? What? I swear you said choke. You need to go choke grandma. Okay, happy new year, people. С Новым годом! Если нам не лень будет. В принципе, русского достаточно. Ла-ла! Саю Хиросимы! Ой, смотри, просто... After the song. Stop recording me! I'm gonna wash my hands. Okay.